Так, приготовились. Поехали. Сейчас. Раз. Четыре. Пять. Подсаживайся. Подсаживайся, да? Шесть. Чуть-чуть подсаживайся. Семь. Я говорю, после подъем на грудь. Сед. Сед подъем. Восемь, да. Блин, а в руке больно окучить. А, ну то делай. Девять. Рука прям выворачивается. Девять сейчас. Десять? Десять, думаю. Ты девять два раза посчитай. Я девять, я восемь пропустил. Хорошо, десять. Одиннадцать, хорошо. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Ну отойди, отдохни чуть-чуть, чтобы не загоняться. Вот чуть-чуть куда передохнуться, уже можешь сделать по-другому. Все, отдыхай, да. И... 13. 13. 13. 20. Отдохни, отойди и все. Что там сидишь-то? Гуляешь. Давай прогуляешься, дышишь, продышишься лучше. Один, 22, 23, 24, 25. Все, отойди, да. То, что было, да, включи, ты до конца не вставляешься. Что отдыхать, я хорошо полноценно. Ты 25 получилось, да? Пока что ты болел. Шесть. Опа! Перестал крутиться. 27. 28. 29. 30. Умничка. Давай на эту. Раз, два, чуть-чуть выше, три, и отдохни, и походи. Я стараюсь между упражнениями первым минимальным, а потом уже внутри упражнения лучше отдохнуть побольше. Четыре, пять, шесть, семь, ну совсем чуть-чуть, восемь, вот сейчас лучше, девять, чуть больше дыши, чтобы положение было делать качественно, десять, чуть выше, один, со, двенадцать, 13, 14, 15. Не торопись, не торопись. 16, 17, 18. Мне кажется, ты мышцы не готовы еще. Это куда-то побольше сделать. Для разогрева? Ну да. Или они, ты можешь просто в общей силе? Да? В общей силе. Ну. 19. 20. 21. 21. Отдохни. Ну ладно. 22, 23, 24, отдохни еще побольше.
Я окно открою. Давай, давай. 24, да? 24. Чудовато. 25. 26, вот здорово. 27. Вот побольше отдохнул, и хват нормально. Видишь, взял хорошо. Сделал. 28, 29, 30. Бег. Второй полотенце дверной принести, подверну, что тут спереди. А можешь поправить, чтобы он связал у меня по бокам? Можно вот так что делать. Потеем. Гоняем. Жиры по организму. И свежок в руки. Ага. Никогда так бежать не легче, с обратными короткими шагами. На этой ножом есть пути. Чем тебе помогает полотенце в рукнике? Первый раз надо проще. Ага. От них хоть. Пускаться не буду. Зато шея горячо. Ну, давай. Ну, сейчас не жарко. Не могу ровно держать. Ты по жизни тоже бежишь неровно. Просто ты не электричество, а ты хоть самому работаешь. Определил дорожкой. Все скорости идешь. Сегодня все такое, велосипеды тоже. Программу поставил. Ты должен бежать. Ну там программа сколько мы регулируется, количество нагрузки, нагрузку вот эту, на педаль нагрузку. Конечно. Ну видишь, они специально вели тот сайкл, там где они нагрузки меняют в течение этой программы. То есть то больше, то тяжелее, то легче выметишь раз езду по этому, по нормальной дороге. То есть сменность нагрузки очень важна, поэтому в принципе электрическая дорожка не изменяет беговую. И после бега обычно.
Мне чем еще механика нравится, что здесь можно бежать, если травмирована нога, если спина болит. А на руках вес висит и все. Сразу сгружаешь спину, там ноги можно заводить. Мне же говорю, ты же брючки есть. Ну, этих электрических там. Ну, может быть, да. То есть, ну, у нас как так, ладно, беговой дорож, чем-нибудь нравится, сам там. Что тебе преимущество, когда обычно бегаем. Даже на травме можно что-то делать. Даже оба, один меньше, второй меньше. Ну они это, да, долго будут ходить. То есть если началось, это очень долго. Чем бы? Чем? Ромом аспиритом помогает. Ну вы да, слышишь, что такое, да. И помогает все, и вольтарин тоже сам помогает. Но идти с вами будет долго, потому что у нас все равно нагрузка небольшая и. Ну вот, перестает отпускать. Ну ты видишь, вес еще гонял. Худение вообще для себя плохо. Я в этом году еще не гонял. Ну, не удалось просто подначить. Так, чуть-чуть осталось. Первый круг сделан, все. 11 минут 52 секунды занял тебя первый круг. Второй будет гораздо быстрее. Просто вот стреляешь. Ай, даже взять что-то не хочу. Не хочу, блядь. Раз. Ну, если сидишь, то походи. Да. Лучше сразу после бега буду делать первый урок, потом уже походить отдохнуть, вообще-то, на самом деле. Чтобы перестроиться. Наверное, сложно перестройка с упражнением. Даже молчал. Ну, блин, ты застался очень сильно. Два. Ощущение, с одной стороны, ты понимаешь, что это упражнение отдельно ты можешь сделать. Но дышать настолько тяжело, что делать его можешь просто за дыхание. Не убивать эти подходы, эти наоборот. Или наоборот, как подтягивать, там наоборот есть ощущение, что вот если чередовать, то подтягивать не совсем время гораздо другое. Так, сейчас 10 было, да? 16, хорошо. 17, 18, 19, 20. А еще там дыхание. Не сиди, стой, чтобы легкие раскрылись. Дыши. Мы сделали 18. Ну что-то видео он не повесил.
Да не, судя по всему, там такие машины еще делают. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Хорошо. Осталось 4 раза все. Не сиди, не сиди, не сиди, не сиди, не сиди, не сиди. Если сел, сразу бери, потому что легкие тебя стиснут постоянно сейчас. Подышаться тяжело. Двадцать, ну, в общем, раз. Осталось еще два, три. Два. Три. Четыре. Сразу хотя бы одну подтягиваем здесь. Потом дыши. Ну, можно ли три? Раз. Все, да, делай. Все. Не сиди. Ты же стиснуто состояние. Я не могу стоять еще. Обопрись на что-нибудь вот так. Да, вот так тоже вполне нормально. Вот хорошо. Меня как боль не растет. Старостью, вот и все. Ага. Как бы она меня на тренировках не догнала. Старость. Тяжело. Да, может, не тяжело. Есть такое. Ну, то есть темп такой нормальный делаешь? Это тронечка. Нифига себе. Нормально. Уже упражнение надо заканчивать. А, 17 минут? Четыре, пять, шесть. Ну, я честно скажу, я это... Вообще, по-моему, на этом этапе по одному, по два подтягивания делаю. Я вообще думаю, что это 50 будет. Три, четыре. Пять. Как пять-то? Ну, у тебя к шести пять, получается... Вообще-то я три подхода сделал. Ты девять. Ты, да, шесть, то есть девять получается, за девять точно. Серега, меня пугает все время. Ну, есть такой, ну, я разбился. Пять. Ты тебе что, подумаешь, там лишние дополнительные там. Не, я не знаю, как расквитаться. Ну да, 30 на 20, вот, ладно. Сейчас десятый будет. Десять. Одиннадцать. Тринадцать. 15. Вот вверх получается, а вниз мне надо все ловить, не ловлю. Вот в чем проблема, точно. Вверх неплохо, а назад я тебя не могу поймать. Получается, я чувствую, вот. Думаю, сейчас еще два сделаю. А блин, когда вот здесь, оп! И... Поэтому мне раскачку гораздо легче. Блин. Потому что там лучше просто мототемп, да, раскачки, да. И это. Ну тогда я поймал. Да, ну да, когда 21 раз сразу сделал. Ну да, да, да. Раскачка ловишь в этот момент, и очень хорошо становится. Попробует поймать, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пойдет. Значит, у нас будет 15 плюс 6, 21. Слушай, ну так можно, да, точно. Я ж так и делал. Ну ты почти чисто потягиваешься. Я, честно говоря, я хотел, чтобы получше потягиваться, но тут просто из-за этого потолка, да, тебе неудобно. Раскачка на уровне легче. Я не знаю, почему ты Илюху говоришь, что ему тяжелее раскачка.
Да, просто, знаешь, его поймать надо. Его даже... поймать надо, наверное, вообще тут этого нет немножко. Но он еще длинный, ему тяжелее, маленький, чем меньше, тем легче. Раз. А, не поймал. Два. Три, качни сначала себя, а потом... Да. Это 20. 24. Еще 6. Если раскачку поймаешь, то за один раз. Да. Сейчас надо поймать. Сначала ногами мах, а потом уже в противоходе начинаешь подтягиваться. Раз. Два. Три. Что-то не идет. Не идет. Да. Тогда поймал. А у меня получается либо она ловится, либо не ловится. Для раскачки нужно еще тоже, ты должен напрягать нижнюю часть тела. Да, ноги должны работать. Ноги здесь загружены, тебя еще может отпустить. Очень не хочется. Да. Если надо свежую ты сделал, то сейчас везде пойдешь, а сейчас это уже раз, два, три, все, да. Просто на свежую такие вещи легче делать. Я считаю, каждый раз, когда 2/3 сделаем, где-то тогда половину, потому что последние 3 самые тяжелые. Uh-huh. И сейчас вот добежать, и уже половина будет работать. Еще у меня ощущение, что ты реально так быстрее бежать и тяжело будет уже. Я тебе не ставлю. Не надо. Лучше так, чтобы руки отдохнули, а вон приходится упираться. Я сюда не расставлю, опираться легче. Да? Да. У меня раньше другой нож был, компьютер здесь стоял. Он был удобнее, и я все время бежал так вот, упираясь, как тачку. Это а сейчас он не мешает это. А другой компьютер здесь? Ну это не его компьютер, не от этого тренажера. Ага. У меня бы тот сломался, ездили туда вот в хаус-фиту. И они писали вот этот компьютер, специально просили подобрать так, чтобы это по метражам было похоже. Потому что там вообще метраж был того непонятный какой. Здесь был дистанция реально похожа настоящая. Ага. А ты можешь шагомером еще замерять? Ну, сейчас уже можно это не замерять шагомером, видишь, сейчас он сама работает. Скорость, понимаешь, так удобно, все время сразу. Потому что вот этот дергал гаспин, там тоже не работает, они уже убиты. Там весело, когда там будет это упражнение, где там 300 присесть, потом пробежать. Я понял, что ноги просто не хотят бежать. Они двигаются, а если еще чуть-чуть прибавить скорость, тебя начинает сводить их. Стал в непредсказуемых местах. Совсем тяжело, может встать, потом пробежать.
Донести-то я могу еще. Куда-нибудь скидывать так. Время. Месяц. А что такое? Ну, можно ли так тяжело бегать? Может. Кроме того, я вроде бегом-то занимался. Бегал там. А ты бегал хоть раз после того, как ты 30 раз штангу на грудь поднимал? Это? У тебя задница выключена, у тебя ноги все убитые, на самом деле. И спина убита. Тебе, кстати, без дороги даже тяжелее, может, будет. А после этого еще подтягивался, тебя отдохнуть не отпускает. Да, я могу за счет техники бежать, тут не могу. Ну это может быть, да, кстати, посмотрим. Как и везде, вдруг упражнение техника можно как без техники. Устал, следующий почувствует боль. Может быть. Эндорфины здесь у меня пошли. Эндорфины. Эндорфины, да. Пил опьянение. Где он еще? Еще не пили? Нет, я говорю спортивное опьянение. Тем более. Спортивное опьянение. Спортом еще не занимались. Это только разминка. Стоп, поехали. Интересно. Кроссфит литературе. Говорят, что они это. Полный ввод раза два делать в легком темпе. Раз. Полный что? Сейчас, это, полный ввод вот этот, делать раза два в легком темпе, чтобы разогреться. И только потом делать его на скорости. Вот мне интересно, что они вот это так в легком темпе делают, это, извините меня, а потом еще сил хватает это, что-то сделать? Они двигали. Они звери. У меня сейчас еще в руку упирается. Почему-то рука страшно заболела. Дергаешь постоянно сейчас? Да. Два. Три. Пять. Шесть. Семь. Машина. Восемь. Да, ребенок понатаскал спину, отвлекло. Спина нет, только в руку сейчас и в ноги упирается. Двадцать. 9 минут. Как раз еще 10 минут. Ну, меня ты, я думаю, обгонишь. Фух, я не нравлюсь тебе. Ну да. У меня есть гуру кроссфита. Да, кроссфит главное понять медленно. И не торопиться. В кроссфите главное иметь идеал и смотреть, на кого равняться. Согласен? Да. Серега. Имеешь в Настю? Серега на циферке в телевизоре. Я на Серегу. На Настю, на Настю. 11. 12. 13. 14.
15. 16 машина. 17. Ну, как вчера она отстреляла. Легко и свободно. Тешь себе, тешь. Меня тоже. Не, ну если честно, она и подтягивалась, тоже прыгающим подтягиванием. И ты раскидываешь 5 килограммов, или все равно? Бля, мне посидеть хочется, я не могу стоять. Стоп, потому что у тебя легкие немножко запятые в этом состоянии. Руки вытяни вверх, я понимаю, что неохота. О, может плашу ставить, на штуку так подышать. Сейчас сделаю. У тебя 10, да, сейчас? Да, чуть. 17. 17? Еще 13. Да-да, точно 17, да-да-да-да-да-да, точно. Я смотрю, как пальцы зажал. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пожалуйста. Если хочешь сесть, можешь сесть, но руки на него положи. И откинься надо, пока придержишь. Вот. Сколько они к этому упражнению перезаготовят? Мне кажется, просто берут делать и изморачиваются. А, за 17 минут? Мне сейчас подходит и спрашивает, а что ты так это? Тебе что ты так долго? Потом говорит, ты что, тормоз, что ли? Я на самом деле насчет 18 минут человек думал, может прерывать, потому что видел, он не положил свои кнопки. Сука. Мы хоть свои цифры можем ответить, мы просто берем. Сколько раз еще? Еще 12. Нет, 12. Сейчас, подожди, ты сделал сейчас это 23. А, 23, 24. 23 ты сделал, да. 23. 24. Да, 23 точно. 25. 6. 7. 8. Машина. 9. Хорошо. 10. Это все было последнее. Сегодня сразу подтянуться хотя бы разочек. Хотя бы разочек. Раз. Все, отдыхаем. Отстрелился за один раз практически. Тебе что, это подтягивание? Эти. Подъем на грудь. Здесь, я уже, по-моему, здесь по одному шел. Серега, знаешь, там по три. Не, а ты что по три. А, ты что это? Порох проходных, ягоды, ягодицы, все есть. Четыре. Пять. Ну, получится шесть охов. Шесть охов. Помнишь, что легче, что воздушный буквально. 7, хорошо, 8, 9, 10, 11. 11 в общем капитале. Может, как-то порхаешь там. Сейчас, мне кажется, не столько мышц, сколько вдыхали пирать сейчас, да? Да черт, я не могу сейчас вообще понять уже. Ну, у меня все уже потрясывает мышцы. Ну. 12, 13, 14, 15, 16, молодцом. Ты не забываешь, что это последний твой подтягивание за сегодня. Ага. Ты знаешь, как раз вот это я помню на церкви.
Сколько там? 16 сделано. 17, 18, 19, 20. Блин, думал, сейчас так тебя полетел. Что я туда полечу? Нормально ты полетел. 20. А у меня руки уже не держат, я говорю. Я понял, скажи. Я рывком делаю и расслабляю потом. Ну да, да. И вот как раз мог сейчас приземлиться. На рывок есть взрыв, ну точно на взрыв. А вот потом сдержать себе. Я понимаю, да, кстати, опускай ловить внизу себя, да, тяжелых каких-нибудь подтягиваний. Когда очень много делаешь. Отрицательная фаза очень тяжелая. 21. Намочил. Ну отдыхай пока. Нет, я в другом месте возьму сейчас. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, все. Я думаю, все, это 4 положено. Сейчас же они хитряют скалатор собрать каждую в одну кучу упражнений, которые в принципе не совместимы. Не вроде. Не люди. Крепатурные терминаторы. Дай мне. Сил. Бери. Какой-то такой электронный кроссфит придумать. Тоже так, как игра. Вот потренироваться. В этом же GTA можно покачаться. Да? Ну, самый раз сказать, что можно пойти покачать этого персонажа. Да. Настя, вроде как. Настя, ты же играл в GTA, да? Ты там можешь пойти в качалку, да? Я только в первый. Пошел покачал, там сколько покачал, там стал сильнее, да, типа? Да. Вот я когда диету себе свою пишу, вот эти калории ваши, думаю, вот можешь обмануть, написать себе столк, и смотреть, как наблюдать, как у меня циклики меняются, как я худею, типа. Но приходится честно писать, сколько я на самом деле живу. Зато мир потом содрогнется, глядя на твою мощь. Будешь ходить на улицу, а люди будут в ужасе разбегаться просто от одного вида. Идет дедушка перестрелить. Это объективно, да? Что? В спорте, да? Поступки технологии. Ну. Все технические представления, машины, которые живут, они все равно. Да, да, ну да. Потом переборка полная. Ну да, ну то, что мы этих, знаю, сколько у вас Формулы-1, там что-то 11 тысяч оборотов, что ли, будете делать? Не больше. Ну, спортивных мусорбитов по 18. 18 тысяч? 18? Ну, видать, я просто считал это давно. С тех пор на технологию задугиваю. Потому что я сразу дальше же пашня горят лично. Ну да, раньше будет. Поэтому, соответственно, а вот человек, почему же он тогда не ценит становится? Ну, Косулька прижал на семинар, он говорил, что вот я за свою жизнь посчитал, что нанес 3 миллиона ударов руками и 2 миллиона ударов ногами. Машина давно сломалась, большой тут сильнее становится. Ну, биологическая система. Вообще, по большому счету, что происходит? Мы пытаемся физиологически дать сигнал, что называется так, то или другую вещь. Провести такую-то или такую-то это, физиологическую перестройку организма. И по большому счету, тренировка это не больше, чем сигнал организму, и вполне можно заменить, как говорят, Просто сигналами, да.
Пока просто по-другому не умеем это делать. Просто вначале мозг программирует, что давай постоянно будем наращивать силу. Давай постоянно будем сжигать жир там, да, да, или что-то. Выносывать там. Вешать митохондрии на клетки. Ведь за 20 дней, почему человек, когда сломал ногу, там, это, на определенной ноге сломает, он не может ходить там. Угу. Всего 20 дней пролежал. За это время исчезает почти все митохондрии клетки. То есть клетки начинают за это время атрофироваться. Ну да. Вот, а если дать организму команду не делать этого. Значит, поверь мне, спорт – это анахронизм. Лет через 100 его, может, уже и не будет. Архаизм? Анахронизм – то, что уже не современное. Архаизм – это старое. Древнее, да. Соответственно, это лет через 100-200 просто людей будет 10 тысяч программировать, что-то росло, что-то просто менялись категории, какие-то такие, как типа. Хотя нет, сердце, кровь там, сосуды разлеплять надо. Все же гонять, все же придется это делать, так не совсем заменишь. Ну, значит, после тренировки будет более легкий, наверное. Тренировка, пришел целый там, импульсы пошли, все, чуть-чуть. А, ну да, сидишь и потеешь, грубо говоря, какая разница. Нужные гормоны выделились, которые расширяют сосуды, которые поднимают давление. Осталось 270 метров. 37 точно. 160 раз. 160 раз? А, да, 200, да, 160. Ну, а то, что ты это... Сила, что ты говоришь. У меня 90 метров осталось. Финишная черта близится. Девушка с цветами. Музыканты. 42 минуты 54 секунды. Музыканты с трубами. Торжественная встреча. Пробукать. Все. Походи только, не останавливайся, ходи. Ходи, дыши. Сейчас заминочку небольшую сделаем.